Вот ведь оно как бывает. Привет, друзья, товарищи. Канал Покемош Лайф и все такое. Этот ролик сделан исключительно по вашим просьбам, а все дело в узкоколейном электровозе ПУ-2, который так заинтересовал телезрителей. А ему зрителю что? Ему надо про ПУ-1 узнать, который предшествовал двушке. Вот, дескать, давай, Вячеслав, дуй до горы, а в гору наймем, вынь да положь. И вот ролик про ПУ-1. Джентльмены, в этот раз мы хотим немного сместить вектор, или как там у кибернетиков. Предлагаем сначала подивиться на местность, где стали работать наши герои. Тем более, что локации действительно сверхуникальны. Здесь красивое место. Во-во! И как говорил Певчий, я другой такой уже да не знаю. Сначала местность, а потом электровоз. А, вот, в этом месте обычно говорят: подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, ну, как-то так. Окей, хорошечно, тарам! Снова Средняя Эйша, Казахстан. Почему-то вспомнилась книга «Казахские народные сказки», интересная и даже местами криповая. А это город Текели в Алматинской области. Его основали в 1937 году, спустя 4 года после обнаружения в Каринском ущелье свинцовых и не только руд. Интересный факт. В этом городе находится самая длинная улица Казахстана – 38 километров. К 1942 году у подножья Джунгарских гор возводится свинцово-цинковый комбинат, который впоследствии стал одним из крупнейших в этой сфере по всему Союзу. В 50-х для доставки породы из рудника на комбинат строится узкоколейная железная дорога, однопутная с двумя разъездами. Ее протяженность составляла 13 километров. Немного, но особенность рельефа обусловила просто невиданный профиль с уклонами типа «я вас умоляю» до 45-тысячных емен. Почти сразу было принято решение электрифицировать УЖД. На дорогу стали приходить капотные электровозы 2КП-2А. Тогда это было нормой, экономика росла, предприятия строились одним за другим, ну и так далее. Привет зрителям, помнящим те времена. И вот тут-то, друзья, спустя 20 лет и порылась Собакин. Днепропетровский завод, уважаемый и суровый, взялся именно для нашей локации разработать и выпустить партию особых электровозов серии ПУ-1. В те годы ДЭВ строил совсем иную технику, например, ВЛ-41 и ВЛ-26. Машина для широкой колеи, такие же брутальные, как и сам завод. При этом ВЛ-26 мог работать даже на батарейках. Несмотря и вопреки, серия ПУ-1 была освоена и с 1970 года начала выпускаться для нужд Текелийской УЖД Казахстана. И скажу вам, друзья, машинка-то получилась, что надо. Вот прямо вот-вот мы познакомимся с ней, но перед этим тэпэхнемся еще разок, на этот раз в Таджикистан. Тарам! Ленинабадская область, станция Пролетарск. Те, кто уже чекал ролик про ПУ-2, помнят, что эта станция сама по себе уникальна. С одной стороны, она ширококолейна, а с другой тут же имеет и узкую колею. Но вот потеха. УЖД электрифицирована, а ширококолейная часть так и осталась без проволоки. Ее обслуживают тепловозы. Чудные дела твои. Уголь. Вот что стало драйвером для строительства здешней узкоколейки. Причем не в Таджикистане, а в соседней Киргизии, в горах, в окрестностях города Сулюкта. Его в поте лица стали добывать, начиная с конца 19 века. А интересно, как выглядела тамошняя логистика в самом начале? Вот, слухайте. На вершине локации, в горах Сулюкты, фермеры извлекают угольный уголь. Грузят его на подводы и лошадками тянут по горам, по долам, до точки под названием Кольцо. На кольце уголь перегружают в вагонетки и везут на старомодных париках уже до самого Пролетарска, на исходную позицию. Эту часть дороги построили к 1890 году. В самом Пролетарске угольный уголь еще раз перегружают, теперь в вагоны большой колеи, и доставляют потребителю. Да, дорогой уголек-то получается.
При Советском Союзе дорога получила новую жизнь. Например, к 1927 году от шахты соорудили, представляете, подвесную канатную дорогу, по которой уголь поступал в бункер на кольце и далее также вывозился паровой тягой. К 1932 году узкая колея дошла до ручки, до самой шахты в Сулюкте. В 1936 году на станции Пролетарск для облегчения труда при перегрузке угля из вагонеток в вагоны строится первая очередь механизированной сортировки, а в 1942 году вторая. К 60-м годам отгрузка угля достигала ежедневно до 3,5 тысяч тонн, а узкоколейных поездов приходило до 15 штук в сутки. И обратите внимание, джентльмены, УЖД проходила по территории двух тогдашних республик, а ныне сопредельных стран – Таджикистана и Киргизии. Это, наверное, единственный во всем мире случай международной электрической узкоколейной железной дороги. Просто спейс! А как же локомоушены, спросит внимательный джентльмен. До начала эксплуатации нашего героя УЖД обслуживали паровозы, в том числе 159-й серии и КЧ-4. А затем тепловозы ТУ-2 и ТУ-7А. Причем двойки таскали пассажирские поезда, а ТУ-7 почти до конца 70-х угольные маршруты. Именно тогда руководство принимает решение об электрификации УЖД, как в Текеле, тем более имеющий такой же сложный профиль. Сказано, сделано. Уже к 1978 году вся узкоколейка обрела контактный провод. Дальше известно, Днепропетровский завод, уже строивший ПУ-1 для Текели, с радостью согласился выпустить партию машин и для Таджикистана. Некий трест под названием «Средазуголь» поставил в депо Пролетарск аж 18 электровозов этой серии. Молодцы! Топереча, обогативший знанием о местности, пришел очередь познакомиться с главным героем. На удивление, весьма мало материала с описанием этого электровозика, почти нет. Тем не менее, мы сумели кое-что отыскать. Например, вот библиографическая редкость электровоза и тяговые агрегаты от 1977 года тиражом всего-то 6000 штук. Еще один источник – книга «Наши узкоколейные тепловозы и электровозы». Итак, ПУ-1001 – электровоз постоянного тока, односекционный, четырехосный. Кузов вагонного типа цельнометаллический, сварной, с двумя кабинами по концам. На торцевых стенках кабы – розетки межэлектровозного соединения. В буферных брусьях рам установлены автосцепки типа АУ-5. Также на брусьях размещены путеочистители, регулируемые по высоте. Опирается кузов на две двухосные тележки с помощью одной центральной и двух боковых опор. Сами тележки несочлененные, с продольно сбалансированной рессорной системой. Буксы челюстные. Рессорное подвешивание каждой стороны тележки состоит из двух спиральных пружин и листовой рессоры, связанных между собой балансирами. На крыше электровоза установлены два полупантографа, дроссель помехоподавления, велитовый разрядник и проходные изоляторы. Топереча по расположению оборудования. Мы вот тут подготовили рисунок. Прошу вас. Я тут вот начертил вам тигра. Ну, конечно, как мог. Все основное силовое электрооборудование, прежде всего пускотормозные резисторы, сосредоточено в высоковольтной камере, имеющей блочную компоновку. Там же можно найти и силовые контакторы для перегруппировки двигателей, и приблуду для реостатного торможения. ВВК ограждается сетчатыми шторами, блокируемыми при поднятом пантографе. Вне высоковольтной камеры расположены электрические машины, куда входят мотор-вентилятор, два мотор-компрессора и малый компрессор для подъема токоприемника. Около двери установлен распределительный щит, аккумуляторная батарея и воздухан. А теперь переместимся в мир роскоши и комфорта – кабину. Она выглядит вполне по-взрослому, используя многие аппараты с полноценного электровоза, например, тормозные краны 254 и 394, контроллер машиниста типа КМ-6D, как у ВЛ-10, только на минималках.
Рукоятки кнопочных выключателей аналогичные вайловским. При этом их расположение вертикальное, раньше видеть не приходилось. Чуть выше тумблеры и сигнальные лампы. Такие же манометры, а вот электрические приборы слегка подкачали. Попробуем понять, что тут на пульте. Манометры. Тормозные цилиндры, главные резервуары, тормозная магистраль и, по логике, уравнительные резервуары. Цепи управления и вот невиданный доселе прибор – резервуар пантографа. Амперметры, ток тяговых двигателей, скорее всего передний и задний телег, а это, предположим, напряжение тяговых двигателей. Поправьте, если что не так. А скоростимер? Спросит опытливый отрок. Скоростимер есть, но прикручен у помогалы, тут просто не видно. Вообще нам понравилась каба, довольно уютная, даже вон столик для покушать-то есть, и, что немаловажно, розетка. А что скажете вы, друзья, товарищи, стали бы работать на таком электровозе? По схеме и управлению. Электрическая схема ЛОК обеспечивает тяговый режим работы при последовательном или последовательно-параллельном соединении тяговых двигателей, а также реостатного торможения. Пуск электровоза осуществляется контроллером машиниста с помощью пусковых реостатов. Всего имеется 20 позиций регулирования, из них 11 и 20 являются ходовыми, безреостатными. Кроме того, в наличии один шунт для ослабления поля тяговых двигателей. Многие отмечают якобы сходство электрооборудования электровоза с трамваями КТМ-5 и ЛМ-68. Это в принципе не так. Заводу не было ни малейшего смысла использовать трамвайную элементную базу, так как имелось собственное для промышленных и шахтных локомотивов. Именно с ними и унифицировался ПУ-1. Его оборудование скорее сходно с использованного на 2 КП-2А с поправкой на год выпуска. В своих роликах мы часто дивимся на локомотивы, которым в жизни не повезло. Потрепала судьба злодейка, к примеру, УЭЛ-86Ф. А что там получилось у ПУшек? Вот смотрите, стата по всем локам. Известно, что ПУ-1001 был выпущен в 1970 году и отправлен прямиком на цинковый комбинат в Текеле. По той же довольно кривой и стальной дорожке отправились коробочки с номерами от 002 по 008, выпущенные до 1971 года. Это была первая установочная партия машин. На них и отрабатывались технические решения. Новая техника без сантиментов подвинула старичков 2 КП-2А и стала двойной тягой таскать полувагоны с рудой. А вы знаете, молодой человек, какие это вагоны? Шикардос, закачаешься. Производство Демиховского завода специально для текелийского комбината. Модель 42038 особый. Загрузка в эти вагоны породы происходила под землей в ограниченном пространстве в двух штольнях. Поэтому они низкие, как собаки, какие-то 1,60 м. Смешно, слушай. Зато грузоподъемность 22 тонны. О, уважаю. Кузов безо всяких дверей, то есть совсем глухой. Ничего не слышу, я ничего не слышу. Ну уж не настолько, конечно. И при этом с термоизоляцией из пенопласта, чтобы сырая руда не примерзала к стенкам. А выгрузка производилась специальными вагоноопрокидывателями. Больше их нигде не увидишь, разве что в Сулюкте. Вот так-то, дружок. С 1972 года Днепропетровский завод продолжил выпуск электровозов, немного их пофиксив. Так, вместо двух полупантографов фермеры стали устанавливать один, типа ТЛ-14М. Главный резервуар перенесли из-под кузова на крышу. Появились клемные разъемы в электрических цепях, что упростило ремонт. Завод потрудился на славу. Теперь пробег до малого ремонта увеличился со 175 тысяч километров до 250 тысяч, а подъемочный ремонт с 3 миллионов до 4 миллионов километров. Респект! В 1972 году локомотивам присвоили государственный знак качества. Следующая партия из четырех машин 009, 010, 011 и 012 была направлена для работы на пути Сулюкта-Уголь в Киргизии. А вот фоточки открытия электровозного движения на станции Пролетарск от 1977 года. Именно 011 машина поехала первой.
В дальнейшем, с конца 70-х и вплоть до 1984 года, завод выпустил еще две крайние партии машин с номерами от 013 по 027. Они поступили для работы на пути пролетарского погрузочно-транспортного управления. Впоследствии часть пролетарских электровозов была передана в Текеле. А дальше вот что. Город Текеле к началу 90-х становится одним из самых обустроенных малых городов Казахстана. Школы, дворцы культуры, бассейн, стадион, кинотеатры и многое другое. Но после распада Союза как-то резко истощились свинцовые руды. Со временем и комбинат стал не нужен, хотя там какое-то время работал уникальный двухсекционный ПУ-2 из предыдущего ролика, но с середины 2000-х его не юзали. ПУ-1 продержались чуть дольше, вероятно, для закрытия самого комбината в 2011 году. Затем сами шахты просто затопили водой, причем оставив внизу немало рабочего оборудования. Печально. Теперь по пролетарским машинам. Сразу отметим, что станция широкой колеи сейчас называется Джабар-Расулов, а пролетарск – это станция узкой колеи. Внезапно тамошним ПУ-1 повезло, правда не всем, а некоторым. Тем не менее, движение поездов по узкоколейке было сохранено, пусть и не в полном объеме. Были отменены пассажирские поезда с ТУ-2, однако грузила ездят и даже приносят прибыль. Вот что рассказали фермеры. Движение по дороге ежедневное, кроме воскресных и дождливых дней и зимнего периода. В работе два поезда с локомотивами 021 и 023. Из-за жары отправляются в 4 и 5 утра, возвращаются в 11 и 12 дня. Движение по дороге ежедневное. После возвращения второго поезда в поселок, вновь отправляется первый поезд, а через час – второй. Второе возвращение в 19:20 часов. ПУ-1, 20-й, из-за сгоревших 3-го и 4-го двигателей, пока на маневрах, катается по поселку. 0-17-й на ремонте. Остальные локомотивы законсервированы, служат источником запчастей. Это цитата 2014 года. Более свежие сведения. Сейчас ПУ-1 возит полувагоны с кварцевым песком для автомобильной промышленности, производства лабораторной посуды и так далее. Одним из главных потребителей кварцевого песка является автозавод «Уздел». Если вы располагаете более актуальной инфой, поделитесь, пожалуйста, в комментах. Друзья, товарищи, встречайте типа новую рубрику «Локомотивы и кино». Есть некий фильм, советский, «Перемена участи», снятый в 1987 году режиссер Кира Муратова. Сама картина весьма специфична, этакая притча наоборот, где зло побеждает добро, а мире, где смещены нравственные ориентиры, а на коне моральные уроды. Применительно к нашему ролику, фильм снимался на УЖД «Пролетарск Сулюкта» в районе шахт. Главные герои едут на поезде, ведомом шахтным электровозом. Интерес представляет и контактная сеть. Провод закреплен на гибких поперечинах, натянутых между двух столбов, стоящих по обе стороны пути. «Перемена участи» по рассказу Сомерсета Маэма. Ну что, джентльмены, подведем итоги. Узкоколейные электровозы ПУ-1 и ПУ-2, безусловно, заслужили отдельные рассказы. И в силу своей уникальности, и в силу уникальности УЖД, на которых работали и продолжают трудиться. Печально, что ни одной машины этой серии до сих пор не заставлена в музеях, хотя известно, что музей ДКБ имел намерение приобрести для восстановления электровоз ПУ-2 в Таджикистане, но что-то не получилось. Будем надеяться, когда-нибудь обе серии найдут приют на музейных площадках. Мы благодарим зрителей, что досмотрели ролик до этого места, и хотим сообщить, что рассмотренные выше машины не единственные электровозы на 750 мм в наблюдаемой части Вселенной. Если хотите еще раритетов, пишите в комментах, и мы попытаемся откопать новые потрясные уникальные электровозы, целый паноптикум. Или другой вариант. Может, лучше ролик про Чехию? Там музей, прикольный чуть менее, чем полностью. Друзья, у нас появился железнодорожный сайт, есть еще Telegram, Инста и группа в ВК. Везде рады хорошим людям. Заходите и подписывайтесь. Еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео.